Такого соперничества свет еще не видел. Более полувека они ненавидели друг друга, и мы их за это обожали. Они снялись вместе лишь в одном фильме. Что случилось с Бэби Джейн? Она идеально подойдет на роль. О ком ты? Бетти обещает, это будет величайший фильм ужасов в истории. Почему этот фильм? Боюсь, Кроуфорд и Дэвис свое уже отыграли. Подыщем кого-нибудь помоложе. Чтоб я опять с ней работал? Ты в своем уме? Ни за что! Никогда! Вы ответите на слова мисс Кроуфорд о том, что вы ей в матери годитесь? Подливай масло в огонь, не смей их мирить. Сними подплечники, прошу прощения, и помаду сотри. Ты играешь затворницу, которая 20 лет из дома не выходит. Учтите, я вам этого не говорю. Сплетни и слухи — моя специальность. Ты пытаешься меня подставить. Я пытаюсь тебе помочь. Я не хочу стать подсмешищем, ты ведь этого не допустишь? Конечно нет. Чистая, неприкрытая злоба. Отлично, так держать. Причина вражды не в ненависти. Причина любой вражды в боли. И... мотор. Стерва! Я ее даже не трогала! Снял. «Вражда». Премьера сериала 5 марта.